Кроме желания быть услышанными, жители Гагаузии хотели получить ответы на злободневные вопросы, среди которых самый важный – как жить дальше с такими высокими ценами. Одна цель. Мы уже сделали немало митингов, начиная с января-февраля месяца, когда начали поднимать цены на газ. И за это время мы от наших, я оставляю власти Молдовы, от властей Гагаузии, мы не услышали ответа, решения вопроса этого. Я сегодня приехал в Камрад, чтобы услышать ответ на решение вопроса по газовой цене. Ну, мы с собой привезли подписи, которые собрали. Народ собрал, чтобы донести до властей России наши просьбы по снижению цен на газ. Ну, а насчет наших властей мы сейчас подумаем еще, что им можно донести. Один из организаторов митинга, Михаил Влах, в своей речи отметил, недостаточно того, что люди неоднократно собирались на митинги и высказывали свои недовольства. Необходимо, чтобы и представители власти были заинтересованы в решении проблем людей. С этой целью участники митинга пришли к зданию исполкома и Народного собрания Гагаузии. Я не раз слышал, что пора собираться перед Белым домом Гагаузской автономии. Пора собираться перед Башканом и Народным собранием, чтобы раз они к нам не идут, чтобы мы пошли к ним и потребовали от них, чтобы они спустились к нам, к людям, к своим избирателям, которых мы на самом деле выбирали на эти высокие посты. Вы знаете, что последний месяц мы митингуем абсолютно каждого, задела каждую семью данная ситуация. Это не только цены на газ, это цены на электроэнергию, на продукты питания. В митинге приняли участие представители не только Камрадского, но и соседних районов Гагаузии, Чатырлунского и Вулканежского. Людей объединили одни и те же цели и задачи. Я напомню прошлое чуть. Помните, 89-е и 90-е годы у нас было два вопроса. Защита нашего языка и против обеднения Румынии. Сегодня у нас проблемы больше появились. Кроме того, что они ничего не сделали и урезали все полномочия Гагаузии. И сегодня даже они не спускаются. Народ их избирает, они не слушают никого. А люди, пенсионеры, с голода нечего. А сегодня они дотируют, хотят газ. Даже на манную кашу вам не хватит. Варит манную кашу не сможет, а уже не говоря о отоплении. От лица женщин автономии выступила жительница муниципия Камрад, сетуя на то, что в свое время ей, наряду с большинством женщин автономии, приходилось защищать права региона. Сейчас же до соблюдения прав на достойную жизнь самих жителей ни у кого нет дела. Даже у местных властей. Я очень возмущенная, что у нас такая тяжелая жизнь, и нас никто не понимает, никто не спрашивает, как мы зайдем в зиму, как мы будем греться, потому что мы с таким трудом, мы сделали это нашу автономию, а сейчас кто-то старается ее разрушить. Мы так мучились, мы так стояли. Я, например, работала на стройке, БАМ строила. Я была вынуждена, чтобы перенести ребенка на круглосуточный садик, чтобы я могла работать днем на стройке, а ночью на рельсах стояла. Митинг перед зданием исполнительной и законодательной власти собрал около 200 жителей. Однако Михаил Влах отметил, что среди них очень мало молодежи, хотя именно от активных молодых людей, считает он, зависит многое в стране и регионе. На сегодняшнем митинге опять были очень много
старшего поколения. Обращаюсь с этой высокой трибуны, уважаемая молодежь, просыпайтесь и помогите старшему поколению отстаивать интересы всего народа Гагаузии. К участникам митинга через некоторое время вышла глава автономии Ирина Влах, предложив создать делегацию из состава митингующих и рассмотреть все волнующие вопросы в кабинете. Во-первых, мы разделяем всю обеспокоенность, которая есть у каждого здесь стоящего и всех, кто живет и в Гагаузии, и в Республике Молдова. Все, что связано с ценами на энергоносители, я за то, чтобы мы решали вопрос. Поэтому я предлагаю, чтобы мы поднялись, я объясню наши планы, наши возможности, что будем делать, как будем делать, и будем дальше уже с вами принимать решения. Встреча прошла за закрытыми дверьми. Людмила Новак, Влад Табачук, Мария Казаку, новости ГРТ.